Второй бутерброд будем использовать обычный плавленый сыр, который уже продается в упаковке. И в принципе он уже готов для бутербродов, так как там он в виде пластин. Извлекаем оттуда такую пластинку. Каждая пластинка здесь еще в целлофановом пакете. То есть извлекаем из такого пакетика. Выкладываем его на наш бутерброд. Подрезаем по форме, так как он уже раскатанный у нас. Работаем кухонными ножницами. Очень удобно делать бутерброды кухонными ножницами. Добавляем сюда салат зеленый, желательно поболее. Подрезаем по размеру, выкладываем два кусочка сайры. Берем обычный лук репчатый, режем его кольцом, выкладываем сверху сайры, и добавляем укропчика, подрезав палочку. Получили вот такой шикарный бутерброд с сайрой. Сайра жирная, практически масла никакого не надо. Чуть-чуть соленая, зелень есть, пучок есть. Приятного аппетита вам от Петра до Королёва. Шикарный получился бутерброд. Ни в каком Макдональдсе вам такой не подадут.